Сегодня в селе Тарханы Батыревского района открылся 13-й Кокелевский международный пленэр-симпозиум «Чувашия глазами художников России и Белоруссии». В этом году пленэр-симпозиум посвящен 140-летию со дня рождения Алексея Кокеля. В этот раз в Чувашию приехали художники с разных уголков России и Белоруссии. Впервые в нем участвуют мастера кисти из Республики Хакасия, Хабаровского края, Нижегородской области. В течение 2 недель участники пленэра симпозиума будут путешествовать по кокелевским местам. Посетят дендропарк в селе Тарханы, проведут мастер-классы по живописи для детей. 8 июля начнет свою работу кокелевский малый пленэр с участием учащихся Батыревской детской школы искусств. А 17 июля участники покажут свои работы на отчетной выставке, которая по традиции расположится в Тарханской школе. Там же пройдет и круглый стол «Алексей Кокель. Мифы и реальность».